Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit for Life. Новая история, новые мотивации, новое видео. Виви Винклер, невероятно успешная фитнес-модель из Бразилии, покоряет Инстаграм и про-сцену. Какие у нее взгляды и методы тренировок? Как она добилась успеха? Вот об этом и пойдет речь в этом видео. Виви Винклер является одной из самых известных фитнес-моделей и культуристов из Рио-де-Жанейро, Бразилия. Впервые она поднялась на вершину бразильской фитнес-сцены в 2016 году. Несмотря на то, что теперь все называют ее Виви, настоящее ее имя Вивиан Винклер Лоуренсо. Родилась Виви 2 мая 1991 года. Подробности о родителях неизвестны. Также неясно, есть ли у нее братья или сестры. Известно, что она окончила одну из школ и получила профессиональное образование в городе Рио. Девушка была довольно активной в детстве и принимала участие в спортивных мероприятиях в школе. Также любила смотреть фильмы и восхищалась актрисами, которых она видела на экране, и надеялась, когда-нибудь станет походить на них. Ей также нравилось видеть красивых бразильских девушек, выступающих на улицах во время традиционного карнавала. Самым главным в жизни она считает свою цель. У меня есть цель, к которой я стремлюсь каждый день, а секрет в том, что она очень пластична. До того, как погрузиться в бодибилдинг, Виви была довольно грузной женщиной и имела лишний вес и кучу комплексов. И в какой-то момент в своей жизни она боролась с низкой самооценкой и совсем не нравилась сама себе. По совету друзей, она твердо решила заняться собой. И благодаря твердости ее характера, это стало движущей силой, которая подпитывала ее карьеру в бодибилдинге. Она начала ходить в спортзал, ей нравилось, как ее тело начало приобретать сексуальные формы. Я посмотрела в зеркало и увидела тело, которое мне не понравилось. Именно тогда я решила измениться. Я записалась в тренажерный зал и начала смотреть обучающие видео каждый день. Я искала профессионального диетолога. И начала изменения, которые превратили меня в человека, которым я являюсь сегодня. Если вы действительно хотите заняться спортом, то давайте как минимум просыпайтесь и думайте о том, чтобы превзойти свои поставленные цели. Девушка занимается бодибилдингом с 2006 года. Тренировки спортсменки насыщены силовыми элементами, упражнениями с нагрузкой. Виви Винклер сначала разогревает свои мускулы перед основным комплексом, а далее идут упражнения с грузом, штангой и на тренажерах. Отдельное внимание девушка уделяет тренировке ног, приседаниям, жимам ногами и работе на тренажерах над квадрицепсами и бицепсами бедра. Все движения она делает до отказа. В ее инстаграме можно заметить, что девушка часто плачет на тренировках. Тренером Виви является знаменитая Кэрол Васс из спортклуба Академии ДНА. Она не дает Виви расслабиться. И, конечно, бег. Мышцы ног девушки невероятно накачаны и привлекают внимание. Бегает Виви на длинной дистанции как на дорожке, так и на улице. Тропический климат Бразилии только помогает ей в тренировках. Спортсменка придерживается строгой диеты. Она всегда включает в свой рацион некоторые полезные углеводы и белки, которые способствуют развитию мышц. Кроме того, она использует различные спортивные добавки, которые дополняют ее рацион. Она любит еду, которая традиционно имеет бразильские корни. Одно из ее любимых блюд состоит из 150 грамм коричневого риса, 200 грамм курицы и гарнира. Она также любит острый мексиканский омлет с луком и томатным соусом. Спортивные добавки. Тут все стандартно. Протеин, предтренировочный комплекс, витамины С, Д и А и экстракт ягод годжи. Как только Виви обнаружила, что достигла своих целей в бодибилдинге и довела свое телосложение до оптимального уровня, то решила присоединиться к социальным сетям и взяла штурмом Инстаграм. Девушка публикует различные фото и видео, демонстрирующие свою привлекательную фигуру. Также Винклер дает советы подписчикам и поклонникам. Все это привлекло большой интерес пользователей к ее странице. Теперь у нее более 2 миллионов фолловеров в Инстаграм. Фанаты считают ее одной из самых сексуальных фитнес-моделей в мире. Вивиан Винклер также участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, среди которых следует отметить чемпионат Лига Кариока по бодибилдингу, на котором она заняла 2-е место,
и победу в категории Wellness на Мистер Рио 2017. У Виви Винклер были романтические отношения с мужчиной по имени Игорь Карис, но совместная жизнь у них не сложилась. Точная причина, по которой пара рассталась, пока неизвестна. Виви очень любит футбол. Любимым футболистом является нападающий Неймар из французского клуба ПСЖ. В данный момент Виви Винклер продолжает активно вести социальную жизнь, выкладывает посты в Инстаграм и делится с подписчиками программами своих тренировок. На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно и полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч!